Тихо, я спавнился, знаешь где? Ладно, на речке. Ладно, короче, плюс-минус в доступной позиции. Все, короче. Понял, понял. Погнали. Уже на месте. Пошла возня. Let's go. Let's go. В этот раз мы с Володей снова отправились вдвоем на этот остров полной опасности. И я тут же отправился в сторону Володи, потому что хороший старт был очень важен, ведь большие кланы не терпят ошибок. Давай. Так. Короли, нужно дерево. Дал ему две головы. Отлично. Он мне хит дал. Дал хит ему. Ну вытекишь, не? Он вытек. А ну-ка. 8 тканей. А почему? Подожди, а с него выпасть должна была. Да, выпала. И лук выпал. О, сюда, все. Не лук, а ткани куча. Машина. Все, у меня есть лук. Машина. Там дерево, которое стоит. Нет, бежит. Кидал. Все, вдогонку за ним. Сейчас стрелу подниму, ёпта. Все, будет переигрывочка. А ну-ка. Стрелу поднял. Он вытек. Еще одного вижу. Давай, хорош. В этом было только дерево. Бегу за вторым. Да, отлично. Давай. Вижу второго. Дал хит ему тоже один. Хорош. Камнем добил. А я нашел типа, у которого инструменты. Я лук крафчу. Давай. Что у нас выживание происходит? Да. Я в лесочке отхиливаюсь и его терроризирую. Убил типа одного на заправке. Убил. Не, дал голову второму, он выжил. Okay. Он вытек. Сюда, малыши, карандаши. Отлично. А ну-ка, в этом что? Этот пустой, а второй. Я даже не знаю, где он вытек. А, нашел. Он лук взял. У меня еще один. Отлично. Убил еще одного, у него были инструменты. Топорик. Отлично. Ой, в этом тоже хорошо, в этом много инструментов. Yeah. Так, ты под меня уже, да? Володя уже. А вот и Володя уже подходит. Я тут долблю дорожный знак. Володя, кстати, уже подходит. Вот, я зафармил дорожный знак. Володя, кстати, он уже подходит. Нашему энтузиазму можно было только позавидовать. Но параллельно с нашими шутками шло и наше время, которое совершенно нельзя было терять впустую. Но так как Володя успел найти на порту в ящике ревик, сходить на артичку и выбить патроны с ботов было хорошей идеей. Один вообще налево убежал. Он меня напрямает нас. Мне дали. Володя, не быть открытую так. Так. На фастом, я тебе скину эти. Че, подпушу? Да. Убегают. Да, голову убил. Хорош. А вон еще какой-то труп, смотри, на горе. В этом хорошо, лестница. Дальше, 115. Вот это вот, а. Труп чекал, было что-то там? Нет, я бежал за этим. Исчез. Слышишь, вижу, короче, на горе, почти возле артички белый какой-то. Просто белый, сейчас, без сета, по-моему. Бля, надо, может быть. Вон, да, и тот одетый туда бежит. Они, короче, походу собираются строиться где-то вот там, понял? Как они обычно строятся. Это лайты, походу. Беги за ними, а, ну. Не, давай этого. Да тех догоним еще. Там не лучник, у него топор в ВК. До этого убить фастом, они подтягиваются. Убил его. Хорошо. Вон за деревом передо мной. Да, оба лучники. В этом куча компонентов, миллион на дорогу, парня. Убил одного. Пролтеп уже, я за ним сам. Пролтеп, на всякий случай. Дал хит, убил! Что я делаю, Володя, я не промахиваюсь в этой игре. Я не знаю, ты читер? Я не знаю. Ну, жди проверку, сейчас пойдет, я тебе клянусь. Если это лайт, он по-любому жалобы кинет, потому что я, ну, я убил просто весь сервер сейчас. В этом миллиард, ревик, зеленая карта. Ну, это скрапа, короче, слушай, мы сейчас откидываем дом где-нибудь, не знаю где.
Мы нарвались на очень вкусных типов, которые подогнали нам достойное количество ресов. Но мы все еще не знали, где же мы будем строиться. Поэтому для начала мы решили пролутать артичку и переработаться немного на металл, чтобы сделать кодлоки. Ну так никто не успел еще зайти. Нам патроны главное готов. Будет янка. 37 патронов на рейк. О, у меня 2500. Ой, еще 42 патрона. У нас куча патронов. На, шприц идем. А, еще дурин тормоз, кстати. И глушители есть. Ну я тормоз на рейк вешаю, мне пофиг. Ты просто идиот, а чисто. Я не знаю, как это обозвать, блин. Батин тапок натянул, блин. На туре. Под тарелки зеленку и синьку слутать. Если повезет, то все, мы кайфуем. У нас будет 5 секарты. Мы решили не откидывать дом и вернуться на тарелки, чтобы там пролутать синюю карту. И тогда мы бы могли забрать красную и отправиться на нефть. Но по пути мы снова нарываемся на какой-то клан. Это у меня типы! Двое! Сюда! Хит одному дал? Еще справа, справа! Дал два хита сету. Голому хит. Голый хит, а одному сету два. А почему по мне бьют? Кто? Ты не одел? Меня убили. Палка есть где-нибудь? Нет. Да ты гонишь. Убил двоих. Убил второго, последнего точнее. Очень много, очень много, очень много. В этом две синие карты, в этом очень много, Володя. Фаст, пожалуйста, умоляю. Мои ручки просто... Говорят, Александр, не трясися. Реально, ты б знал, сколько у меня сейчас лута. У меня скрапа уже косарь минимум. Интересно. Я не знаю, как вы... Слушай, я откидываю здесь дом. Да, можешь один на один сделать. Перейдем, я... Кодлок фастом. Пароль будет 4468. Саня откинул дроп, а Володя уже на подходе. Так-то да. Третий верстак, Володя уже на подходе. Я надеюсь, что такого не будет в этом вайпе, Володя, пожалуйста. Короче, да, у нас уже с того, что во мне было, почти 1000. Не знаю, что это было, но в этом вайпе меня как будто подменили. Я щелкал эти кланы, как грецкие орехи. И теперь, когда у нас есть синяя карта, мы можем спокойно залутать красную и отправиться на нефтянку. Красненькая есть. Чинатис. Так, мне нужно ярко сделать. Ну, вот есть. У меня уже в Дискорде плюс 9 плюс сообщений от Лайта. Что мне Лайт написал? Чел с авто. Он скидывает мой профиль и пишет чел с автом. Пишет Джереми, скинь своим. Лайт, если я не забуду это ставить видос, передаю тебе привет. Я не читер, честно. Я просто много тренируюсь. Я думаю, что одна из самых приятных вещей в этой игре – это то, когда сильные игроки считают тебя читером. Это невероятно сильно бустит мораль, и, возможно, именно такие моменты затащили этот вайб. Кстати, прикольно там брать с револьвером на луке. У меня еще один револьвер, Джага, шлем, шкаф, СМГ. О. Ну и, пожалуйста, двушка пешка. Ну ладно, хорошо. Нам этого достаточно. Таймер поставлен. Все. Сейчас из-за синей карты можешь что-нибудь вкусное дропнуться. Турелька. А у нас генератор есть, можно. Еще и генератор. Как бы все включено, Володь, расслабляемся. Ага. Да что?
Пока мы откидывали верстаки и ставили новые ящики, какой-то клан все-таки смог построиться на нашем районе. И несмотря на то, что их было как муравьев, нам все равно это не помешало дать им понять, что это было большой ошибкой. По дороге, смотри, сортищи убегают, тип. Я убью. Хорош. Здесь есть скрап арбалет. А что слева? Слева был бомж. Откинута хата. Там, где мы чипов первый раз. Застроенная уже, да? Наверное, да. Да, тут камень. Там они бегают, да? Но под хаты бегают. Камень. Там их много дерево, вообще, Володь. Там... Знаешь, сколько дерева? 3 строки дерева. Володь, они очень много их выходят с хаты. Не знаю. Ну да-да-да. Смотри, сколько. По тебе работают. Володь, не умирай. Только. Да, это... Я смотри, у тебя... Смотри, сколько их. Это что да, за муравьи? Они вообще муравьи. Ну, урил. С хаты вышел с чем-то, Володь. Осторожно. У них потолок не застроен, смотри. А, у меня ладерка есть. Или застроен, или это камень. Ой, или это дерево. Это солома или дерево? Дерево? Дерево. Или нет? Он выпирает. Давай. Не, это дерево. Ну, залезь поставь на всякий случай. Там никого в доме нет, залазь. Сейчас мы уже залезем к ним. Да, солома. Давай. Не прыгай. Ладерку снимешь. Фул открыто. Володя, очень вкусно. Ну как, по мелочи, ну ха. Скраб 1500, давай. Кроме меня, просто они закрыть меня могут. А, ломай просто солому, чтобы они запрыгнуть не смогли вообще. У меня очень много камня, у меня очень много ресов. Это типа была заделка под выход на крышу. И у них 4 печки. Так, я забрал все с печей. Что нужно забрать? Все вроде бы. Ну там почекай, что еще можно. Капец, анлак. Мы 3 клана разбули уже. Влазим. Подожди, в шкафов ты резуешь. А, давай. На всякий. Из-за того, что этот горе-клан не застроил крышу, мы смогли налегке туда залезть и забрать все их ресурсики. А после этого мы тут же погнали на большую нефть, потому что лутать ее было нашим главным приоритетом. Ведь чтобы развиться в мире больших кланов, нам нужно было лутать ее по КД. У меня очень много ресов, прям, рейтинг. У меня тоже, у меня просто 1500 камня, 1500 дерева, 1500 скрапа. И там по горе у себя бегают. Им, наверное, так в лом на новый дом стучать. Да. Вот они, кланы ванилы. Володь, ты чё? Игрок с ником Джереми, вы вызваны на проверку. Пойдем. Я пишу ему. Сейчас. Подожди, артист. Всего лишь за 2 часа от вайпа я получил 2 жалобы на себя, и тогда я думал, что это очень прикольно, но чуть позже я осознаю, что я сильно ошибался. А, подожди, он мне набрал. Стой. Алло. Аня, ну ебаный в рот, да как ты там... Ну мы как просто... ты загрелся в шкафу через стенку, блядь? Какую через стенку? И поставил стенку. У них потолок был соломенный. У них потолок был соломенный. Скажи, что я скину откат, что у них потолок соломенный, и все. Да, окей, без Б. Давай. Берданка еще одна, Володь. Зеленки. Идеально. Ну все, а у меня еще и дульник на нее есть. Пошла возня. Что? И сейчас просто иксовку выбиваем. Ты вообще выкуриваешь, что будет? Ну, как-то так, да. Все, ставлю таймер, лутаю ритки. Памп, самодельный прицел. Двушечка. Холик. Иксовка, Володя, иксовка. Да, ну... Большая печь. Холик, иксовка у нас есть. Ну что, тебе холик наберет, у меня иксовку? Могу тебе самодельный прицел выдать, у нас просто все прицелы в этой игре. Идеальность.
За несколько заходов на нефть у нас уже скопилась большая куча компонентов, и чтобы плотно все это переработать, мы решили сгонять на аэропорт. И пока мы все это работали, к нам на аэро пришел клан. Вижу, вижу. Один камень фармит. Киркой, правда. Металлический камень. Вижу двоих. Я бы, кстати, мог бы сейчас их обработать. Обрабатывай. Далековато, конечно. А, может. Ну, они под скалой, короче. Подожди. В мою сторону бежит один. Хит. Не, забей, мне патрона так хватит. У меня две обоймы осталось. А, да. Да, зашли. Бегут с... Пусть по центру валят, надо принимать. Скидай патрон фаст. Он по центру пушит. Ну, не совсем, ну да, один да. Бит. Два, убил одного. Двое справа еще от меня. Два, еще двое справа. Да. Дал хит одному. Дал хит одному еще. Не. Я иду на центре, вот, забей. Если они захотят стянуться, они умрут. В ангаре. Да окей, я не боюсь. Убил, хорош. Еще справа в ангаре, в правой двери. И на крыше ангара лево. Окей, все норм. О, блядь, помощь! А, все норм. Точно? Хорош. Тип запушил. Да, голову на ангаре. У этого была кирка и сет. И тюп-тюп с луком. Так как они были бомжи, можно было спокойно уходить и сейвить все, что мы наперерабатывали. Но Володя поверил в себя и заколил меня запушить их, и это была большая ошибка. Вот тогда бэк... Ангар залутал? Не, не залутал. Он там бегает, я не хочу, он мне сейвик может сбрить вообще. Пойдем. Давай. Ну он где-то внутри, походу. Ладно, я снимаю X. Ну, на улице я здесь не вижу. Вижу, у меня в спине голый. Нет, левик. Мне голову разбили. Я шприц. Мне щирки чуть не убили, 4 хп. Меня убили. Ты меня убил. Пожалуйста, так убери левика. Блять, сами меня убили. Да ты гон. Проебали, короче, все, то нет смысла возвращаться. Эта ситуация очень сильно подкосила мою мораль, и мне было не столько обидно за компоненты, сколько за потерянную берданку на иксе, потому что я понимал, что этот клан с получением такого оружия сможет предоставить нам большие неприятности. Но, к большому счастью, в этом вайпе удача была на моей стороне, и игра предоставила мне возможность вернуть это оружие. Домой бегут опять. Стрейна, походу, трое. Один на территории. Он меня не видел. Но она аэро бежит посередине. Пятиганку это хорош. Хит. Махта. 3 хита. 4 хита, 5 хита. Убил одного. А, он один. Сколько он жил, капец. Я в него 5 хитов дал в тело. Уже бегут, уже голый бежит сюда. Берда на иксе. Володя. Я больше не тильтую, он на переработку шел. Сразу уходи. Все нормально? 69. А может нахер их на туре? Я не хочу. Давай бэк. Давай ты на НТ, я пока могу засейвить иксы и потом прийти. Ну блин, по сути они вышку запушить не смогут. Ну просто их много, их пятеро, я не знаю. Хочешь, чтобы я на НТ сел, да? На, окей. А, слышишь? На, уноси. Уноси эту берду. Что, еще вот это вот. Вот, сейчас. Тебе патроны еще принести? Все, да, возьмешь. Уноси. Пас. У меня типа есть две эфки. Нет, Сань. Они уже были. Короче, они двое там. Убили меня. А как так, блядь? Бери что-нибудь. А что у нас ничего нет? Опять.
Они снова забирают эту злосчастную берданку, но я снова хочу туда вернуться. Поэтому беру сетик, СМГ и отправляюсь туда. Они будут работать. Они так цепляются за эту иксовку, не могут нормально сделать? Ну я бегу со СМГ. Ну они еще будут все в главном здании здесь. Осторожно, не загрей медведи. Они... О, спалили. Кидал. Да ну, это Unreal. Подожди. Я троих убил, Володь, блядь, там четвертый последний. Ой. Сука. Я не смогу передать слова к всю горечь этого поражения. Я был настолько близок к тому, чтобы всех там убить, но, к сожалению, мне не хватило буквально чуть-чуть. И, казалось бы, после ряда таких ситуаций камбэкнуть мораль практически невозможно. Но как же мало мне понадобилось, чтобы вернуть свое настроение в норму. Мне лайк пишет, не, он софтина ебаная. Ладно, плюс мораль. Ладно, играем, играем дальше. Нет, зато интересно, типа, блять, столько всего происходит. А если бы втроем были, мы бы файт забрали, ну не так жестко. Ну да. Нормально. Блин, ну как бы опять. Ну ладно, мы нефть забрали одну. Правда, я синьку и зеленку ебал, короче, надо же идти лутать синьку заново. 10 минут как раз. Короче, погнали. Из-за всех этих файтов мы совсем забыли, что нам нужно по КД лутать нефтянку. Да и плюс ко всему, на одном из них я потерял свои карточки. И чтобы их вернуть, мне нужно было сгонять на тарелки. Но чем все это закончится, я действительно не мог предугадать. Синьки нету, по-моему. Синьки нету. Где еще можно взять? Напор бежать только если. 5 минут, 6 минут. А, ладерки, ладерки. Подхаты у нас. Я бегом. Не вылазь. Не, не будут, не будут. Не вылазь. У них не должно быть чем. Жди меня. Блять. Можешь турельку установить. Подожди, надо сориентироваться. Срывают, Сань, срывают. Реально чем? Там трое, да, да, по-моему. Сочили. Эверстак, застраивайся. Один выпь откроет. Одна? Это первую дверь взрывали. Да. Я бегу. Пока нет, не взрывают. Да, взрывают, взрывают. Надо застраиваться. Турель ставь фастом. Чего ему с нее пихать? Я... Генератор еще. Так, я застроился этим штукой. Делаю... Что я делаю? Застроился фрейстаком. А чё я... Подожди. Меня сейчас увидят. Взрывай. Меня увидели, меня увидели. Забей. Так, подожди. А где... Ну так, это... Я не знаю, нету. И мы ещё его просрали. Нет. Да, они, да. У нас есть что-нибудь? Алло, дай, дай ружье, нет, дай ружье. Нету, нету. На. А, ты застроился? Питон, питон, питон. Чё, генератор еще, есть? Знаю. Генератор, не знаю, ищу. Быстрее. Давай! Давай, закрывайся! Нет, Сань, все. Одного убил. Закрылся, закрылся. Ну я бегу голый. Они даже... Да, засейл, засейл, засейл. Как засейл? А нет, один вообще... Все, пиздец. Все. Я... Они фулл в хате? Да, фулл в хате. А ты открыл дверь? Нет, я закрыл, но в лутовой был чел. Понял. Этот клан, думая, что я читер, решили просто взять и зарейдить наш домик. И честно сказать, я действительно не ожидал, что буквально спустя 2-2,5 часа после вайпа типы нафармят столько сочелей, чтобы кого-то зарейдить. Патронов нету, блин. Забей, я бы мог сейчас что-нибудь сделать, но просто патронов нет. А, все, не наши двери, забей. Мне. Привет, Володя! Ребята, и это Ванила, это Low Rust, Фуловый онлайн, и мы начинаем заново. И мы начинаем заново. Грустно. Победа! Понеслось. Записал? Да.
Я приду. Я пойду кофе сделаю. Да. Однако. Знаете, и после этого момента я действительно себя почувствовал главным героем песни «Вали Карнавал», ведь начиналось все так красиво. Но я могу смело заявить, что нашему оптимизму просто-напросто не было краев, и мы были готовы врываться в этот вайб бесконечное количество раз. Несмотря на то, сколько же боли и страданий нас ждало впереди. Но я, в общем, собираюсь на нефть. Володя, кстати, он там уже тоже поплывет. Вот. Вот, формили синюю карту, Володя, кстати, тоже на ней всплывет. Вот. Там бот такой. Пьем. В лифте троллик полик. Пойдет. О, тут еще можно подкрываться. Восемь скрабов зелененько. Ляпота. Стой, он убил? Нет, их двое. Это эти сета, это они домой бегут. Я начну. Что забайтесь их надо. Ой, страшно. Ужас какой. И болт? Еще 85 тим, двое типов. Так это за ними бегут. Вообще. А, болт там. Ой, по мне стреляют. Болт на том берегу под вышкой. Меня убили, блядь. Я с тебя чуть-чуть подлутал. Меня убили. Не, не смог. Он... Я думал, РНЖ не хватит. Мне даже спалку сломали последнюю. Ребята, это Ванила Лоураст. И на часах 9 часов вечера. И мы начинаем заново. Поехали. Мы начинаем заново. Он перерабша будет закидывать, походу. Да-да-да. Его стреляют, по-моему. Да, перестрелка. Там черный голый, и он... Я уже на подходе. Ты кидал копейный на... Он убил этого! А, нет, не убил. Это как мэк, кстати. Я ему кидал только. Убил все. Хорош. Чё там? Металл. Даже не металл. А тут, посмотри, компонент. Вкусно. Смак. И гандрапчик. Пройдя долгую череду смертей, мы все-таки смогли выбраться с пляжа и откинуть себе новый домик. После того, как мы закончили его обживать, мы начали бегать по карте и ловить большое количество файтов, по итогу которых Володя решил ливнуть, потому что бесконечные узы его совсем не устраивали. Ну что? Володя ушел спать. Как-то камбэк у нас не удается совсем. Время уже час, даже больше часа ночи. Я решил попробовать сделать что-нибудь. Вот. Наверное, я начну даже с пляжа. Пропишу suicide. Побегаем, посмотрим. Блин, вообще в идеале мне просто хотя бы, ну вот, 3-4 раза пролутать большую нефтяночку. И уже будет все значительно приятнее. Про фарм серы я пока вообще молчу. Если повезет выбить гур, можно пофармить. Но... Не, это не кирочка, это факт. Это слишком тяжело будет. Вот, поэтому let's go. Оставшись один, я расписал себе план на камбэк. Именно поэтому я решил начать с пляжа, потому что онлайн еще был неплохой, и найти фармящих бомжиков на бичке было вполне себе реально. Один умер.
А ну-ка. У меня стрелы кончились. Вот так вот. Пошла возня. Ланты красных. Так. Куда вы все взялись? Чё, лук уже опять? А ты? Нет. Но... У чела ник лютый тильт. Это про меня. Сколько их там бегает? Где он? Ой. Ой-ой-ой. Там такое тоже. Убил. Ну, Ревик это, конечно, хорошо, но этого мало. Они хотят через слипер передавать. Да. Ого. А этот откуда вылез? Ой, опять пишут меня на проверку. Ну давай, проверь. Алло. Алло. Привет. Здрасте. Ну это я, Джереми, если что. Проверять будешь? Да я думаю, смысл. Ну тогда ладно, тогда не буду сдерживать ни тебя, ни себя. А? Чё ты, блин, чё ты на бичке-то делаешь? Да, за рейзеры. Ну понял. Вот. Бегая по бичке и убивая бомжей, я сумел забить себе фул инвентарь, поэтому пришло время возвращаться домой. Но по возвращению меня ждал не самый приятный сюрприз. Я не понял. Вот этого не было. Меня зарейдили, пока я уходил? В натуре? Так. Ну слушайте. Из приятных вещей я могу второй верстак забрать. Из неприятных вещей я второй раз лишился дома. Ну это без комментариев. Я не знаю, что вообще сказать в такой ситуации. Надо откидывать новый дом. Из-за того, что меня снова зарейдили, мой список задач немного изменился, но я снова смог откинуть дом и засейвить все выбитые ранее ресурсы. Поэтому я мог спокойно отправляться на нефтянку, потому что проблемы со скрапом меня все еще преследовали. Спасибо Володе, что он криво ставит верстаки. Это сэкономит нам лишние... Сколько там, 500 скрапа на второй надо? Оп, сюда, малыш. На месте.
Перед тем, как я отправился на нефть, я решил забежать на тарелки, и тут было мое первое знакомство с теми самыми соседями, которые зарейдили меня, пока я был на бичке. Не-а. Вот теперь я опять нищий. Эх, чуть-чуть не хватило. Хотя еще одна двушка есть, но там возвращаться я не вижу смысла снова. Найти бы где-нибудь файт, где можно будет что-нибудь подрезать. И было бы кайфово. Слава богу, красная есть. Иначе было бы максимально грустно, если бы ее не было. Второго ты уберешь, что ли? Кидал еще. О, за такой бан можно отлететь. Домой. Питончик. Я, кстати, знаю, кто это. Это Ян Мангал. О, вон его друг плавает. Ладно, его друг его киданул. Ну это бердочка. Сейчас будет моя. Он вообще дурачок, что ли? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Идет плюс мораль, понимаете? Чувствует свежий воздух. Неужели я что-то сделаю за эту ночь? Ага. Что? Ой-ой-ой, наныл или нет? Угу, еще и килт наверх, кайфуем. Надо таймер делать фастом, опа. Ой, а вот, кстати, надеюсь, он не повернется. Ну, анлак. Просто анлак, забейте. Ни хита не дал, типа. Лут с прошлого забега я легко вынес, но когда я бежал туда снова, на моем пути стал мой сосед, который тоже туда отправлялся. И, к сожалению, он меня прочекал и убил. Но я прекрасно понимал, что он скоро будет оттуда возвращаться. Поэтому я беру помп и отправляюсь снова туда. Да, он фармит нефть, я слышу. С бердой. То, что мне надо. Блин, ну плыть к нему это такая рисковая тема. Ну и на берегу мне нравится, что ждет. Да, стоит за красный. У меня красной нету. Ну и что мне делать? Вот он. Да, это его тим. Он либо тима ждет, либо будет выходить. Эй, иди сюда! Да, он с красной идет, тот без красной, тот шел с моей красной на один раз, походу. Подождите. Нет. Это просто анлакич. Не, ребят. Я не могу это продолжать. Вот теперь официально все.
теперь я никчемный бездарный нуб. Хотя... Честно сказать, на этом моменте я уже собирался выйти, но я взял последний ревик и снова пошел туда. Один. Ну, они двое дома. Походу, я убил одного из них, только я не понимаю, где делся второй. Типа, что за лут? Почему вот так вот? Где Берда? Где все остальное? Не знаю. Как-то я вообще не понимаю вот этого всего. Так. Разрывы дорывают. Там два типа. Нет, я не успел. Опять, кстати, да. Ладно, ничего, пофиг. В целом пофиг. Конечно, ревчик. Подождите, у меня патрошки есть. Есть вариант взять томик. Снова. Так, все, их там двое. Факт в том, что он точно будет выходить, прочекивать все это в джаге. Поэтому, наверное, сейчас сложусь на тарелки и с тарелок буду их пробовать подлавливать. Короче, везде. И так говно, и так говно. Короче, я вот так могу сидеть. В принципе, там. Один шприц. Но это плаки-плаки. О, бегут. Одного вижу, второго вижу. Надеюсь, я убил жару. Иначе мне кресты. Утро. Опа. Все, не жадничаем. Быстренько. И по педалечкам. Камбэчная. Беги. Втапливай, мой маленький пупсик. Безопасность. Ну что, 4 сачели. Приятненько. 100 скрап... Ой, 100 МВК. 124 МВК. 1000 скрапа. Ракетница изучена. Смею заметить. Да и плюс еще 1000 компонентов. И джага фуловая. 2 фуловые джаги. Ребята, я того сиську царапал, как говорится. С этого удачного перехвата я поднял очень много ресурсов, да и плюс ко всему у меня появилась так нужная мне джага, и теперь я мог спокойно отправляться спать. Но у меня было какое-то странное предчувствие, поэтому я решил немного увеличить дом, и только после этого я отправился спать. Время 9 утра, я только что просыпался и вставал на спалке специально, если что. Держу в курсе. Он как будто бы один и есть. Он один и есть. Слушайте, как же хорошо, что я решил просто подойти и посмотреть, что там за суета. Пожалуй, это был мой самый быстрый дев домика за последнее время. Ну а так как спать мне больше не хотелось, я отправился на нефтянку.
меня коптер садится. На нефть. А мне, походу, кресты. Потому что я был в джаге, и они садятся уже. Я полмут, чтобы не мешать. Подожди. Вон джага. Минус один. Сейчас буду калаша убивать. Убил коптер! Подожди! Калаш джага! А это что, вот так вот делается теперь? Да с чем, Волгарту? С пяткой! Я такого сейчас им нашел. Еще им показать фуловый. Это эти, это антихачи. Я, короче, рассказываю, братух, смотри. Подожди, дай-ка я долутаю у себя тут, пойду посмотрю, что у них. Ой, во мне еще пол инвентаря лута, пол инвентаря серы. Я серу качал. Чего? Пока я сидел на нефтянке и ждал КД, ко мне в Дискорд зашел Арслан с интересным предложением. Но его прервали какие-то пару грибочков на коптере. Я быстро с ними разобрался, прилетел домой на их же коптере, и мы продолжили наш разговор с Арсланом. В общем, давайте так, я согласен, что вы пришли меня бахать, но у вас... Если трое, то без скиба. Если двое, можно скибой. Потому что у вас очень много взрывки, я типа соло не задеку, я буду соло. Вот. А мы двое возим. Ну окей, там можете отдать скибу. Слышишь, что... Окей, по-братски, да, я посплю, ладно, я не могу, браток, я играл всю ночь почти. Оказывается, Арслан с Яриком тоже играли всю ночь, но у них все было куда успешнее, чем у меня. За это время они сумели нафармить кучу взрывки и кучу лута, и поэтому они решили прийти и забахать меня. Но чтобы это все было красиво и честно, они решили меня предупредить. Так как у них были и ракеты, и сишки, и сочели, я пытался выдвинуть свои условия, чтобы хоть как-то сбалансировать шансы. Но меня, к сожалению, никто не хотел слушать. Единственное, что я сумел сделать, это выпросить полчаса на улучшение дома. И по окончанию этого времени у меня под домом началась полнейшая суета. Вон их двое, блин. Против твоих будет тяжеловато. Минус один. Вау. Джаги. Это вообще левый чел пришел. Чего они туда не повыкахаются? А, они... Их трое! И... Серьезно? Ну ладно, конечно. Что я сделаю в С3? Когда там заплёв ракетами просто пойдет. Когда это все только начиналось, их изначально было двое, но потом к ним присоединился третий игрок. И я уже подумал, что у меня просто-напросто нету шансов, но все равно не сдавался. Ребят, тренируйтесь. Его там тролль на улице убил. Мне нужен план постройки пластиком. А дерево у меня есть, этот план постройки? А, надо продавать, короче. Точнее, продавать крафтик. Хорошо, сейчас. А, ну все. Я ничего не успеваю. Ну блин, они свечки просто несут мне, что я сделаю. Опа. Минус. Второй не сдох. Последний.
Все, с палки накидай. А, ну ладно, мейн еще 6 секунд. Да ёпта. Убрать вот это вот. Если сейчас не добьет он. Мне повезло очень. Мне очень повезло. У меня нету шприцов. Нету. Ну ладно. Почти вышло. На самом деле, если бы это было без киба, то я думаю, это было бы легко. Ну просто киба плюс заплев ракетами. Если бы они хотя бы как-то, ну, ракетами не заплевывали. У меня там миллион моментов было, когда я мог их на изи дефать. Часть дверей открыта, их на моем доме трое, все спальники на КД, и, наверное, это все. Именно так в этот момент я думал. Но все же решил дождаться КД спальника и посмотреть, что там происходит с моим домом. Ракеты... О, а вот это уже на мейн. Не, мужики, ну вы типа тренируйтесь. А мне с ракеты хлопнет просто сейчас. И унесется по тихой грусти. Не понимаю, а что, они все, что ли? Сдались? Или как? Так. А ну-ка, подождите. По-моему, ситуация обретает совсем иные повороты. Просто нужно эти потолки прорвать, чтобы меня убить на самом-то деле. Сдох в джаге с пяткой. Совочка, подлутываем. Лутикс, лутикс, лутикс. Лутикс, лутикс, лутикс. Что они делают? Что они рвут? Турку взорвали. Есть план.
Локоть боевого винду. Закатался. Они проиграли рейд? Серьезно? Они серьезно его проиграли? Я задефал это? Это реально? Сиськи? 3v1 в натуре? Это вообще реально? Сиськи сочели. Скипай! Вы чё? Типы! Подожди, здесь ещё сет, да? Я не верю в это. Надо заходить в Дискорд. Да ну! Это вообще возможно? Не, Гантрап Соливар, просто 4 патрончика в нем. Лучший в мире на Гантрапе. Так, парни, только без матов, пожалуйста, я не буду все это запикивать. Ладно, вы все? Вы все? Чего, дурачку? Серьезно? Гений на Аслане. А может просто гений на мне, нет? Чел, смотри, рассказываю. Я рву мейн, говорю, сейчас я приду со челями, чекайте меня. Я прыгаю, меня чип убивают, говорю, убейте типа. Они все сдохли, идеально просто. Реально, хитай. Ой, блядь, ты прыгаешь, ты на типов и отдыхаешь. Вы бы знали, у меня ничего не было. Я вам последний калаш отдал, и я просто с говном дефолся каким-то. Ой, Ларк, это вы? В общем-то, их споры продолжались еще минут 15, ну а я считаю, что это был прекраснейший антирейд. Один против троих, с заплевом ракетами из вышки, с сишками, налепленными на потолки, и с сачелями, налепленными на турели. Но, несмотря на все, я получил просто невероятные эмоции, и, конечно же, тут присутствовал элемент везения. Также я бы хотел сказать то, что парни в любом случае молодцы, потому что не каждый человек или даже не каждый клан решится на онлайн-рейд. Ну а им просто не повезло нарваться на профессионального антирейдера. Вот на таком моменте и заканчивается этот видос. Я надеюсь, то, что вам он понравился, и вы обязательно поставите лайк и подпишитесь. Ну а если вам запал какой-то момент в душу, обязательно пишите его в комментариях. А с вами был, как всегда, Грязь и куча задефанных рейдов. Еще увидимся. Бай-бай.